Васька. Подожди, мы еще не начали. Да, опа. Все. Издевайся, Вика, да? Молодец, Вика, молодчина. Профи. Все, победительница. Мяч забирает, победитель забирает мяч. Все. Забираем чужой мяч. Победитель забирает чужой мяч, да? Гол. Нечаянно. Вот, видишь, профи. То же самое я и сделал, кинул так в лицо и залетел. Я думал, она должна отпрыгнуть, знаешь? Да, она прилипает, не может подняться обратно. Да, прилипает. А вот она такая.
нормальная. Уже нормально достал, да? Давай, Вика, кидай! Всем привет! В этом выпуске о полезных изобретениях. Австрийский производитель очков представил новую коллекцию с оправой на основе растений, которая печатается на 3D-принтере и не требует применения винтов. Таким образом, практически полностью отсутствует отходы в процессе производства. Исследователи из университета Бата изобрели одежду с умными швами, которые могут отслеживать движение и состояние организма. Это может быть полезно как спортсменам, которым важно понимать слабые места в своей подготовке, так и обычным людям, желающим тренироваться без вреда для организма. Американские специалисты создали одежду, которая обезопасит от укусов комаров. Этого удалось добиться благодаря точным данным о размере головы и хоботков.